Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Решил быстренько пробежаться по лесу, по лесополосе, посмотреть, растут ли еще грибы. Приехал сегодня за белыми. Вот не знаю, растут они еще здесь или уже перестали расти. Но грузди с польскими растут, значит, думаю, и беленькие должны здесь быть. Сейчас утро раннее, еще рассвета вроде не было. Но помимо этого, сегодня пасмурно еще. И вот поэтому темновато сейчас немного еще. Вот, грузди растут. А белых пока не находил. Вижу, какая-то шляпка полностью погрызена сверху. Какого-то гриба. А, он старый уже. Но это был подберезовик вроде. Не белый. Я думаю, боровички еще здесь должны расти. Так как и другие грибы растут. Думаю, и боровики будут расти. Сыроежечки. Тут на берегу этой канавки остались последние ягодки брусники. Не был в лесу я 2 недели аж. Шли дожди, погода была не очень. И сегодня даже будет дождь. Опа, а вот и что-то нашел. Так, это вроде польский. А может и нет. Ну, какой-то странный грибочек. Ножка очень тонкая, вообще на белый. Только шляпка сверху похожа. Лучше брать не буду. Потому что я не уверен, что это съедобный гриб. Тут такой же. Я пришел на то место, под вот эту сосенку, где у меня постоянно попадаются белые грибы. И я вижу какие-то шляпки. Вроде, кстати, белых грибов. Такие большие. Да, это белое, но этот уже прям слишком червивый. Этот, наверное, тоже будет. Потому что шляпка мягкая. Ну, если бы, я думаю, дней 5 назад я сюда приехал, тут бы были хорошие, крепенькие грибочки. Вот. Это тоже какой-то уже старый. Очень маленький. О, вижу еще что-то. Ну, этот грибочек вроде на сушку подойдет. Хотя он тоже какой-то. Червивый полностью. Его тоже брать не буду. Блин. Жаль, что столько грибов переросло уже. Это грусть. Прям в этих зарослях вижу шапочку. Тоже гриба. Ох, сколько маленьких слизняков здесь.
О, какой беленький, красавчик. Наконец-то нормальный грибочек. Вот, хорошенький. Берем такого. Бабуся. Нашел интересный гриб. Смотрите, как цветочек. Такие лепесточки. И сам он такого серого цвета. Вот такой красивый гриб. Это вроде подосиновик, если не ошибаюсь. Да, подосиновик. Здесь подосиновичек побольше. Крупнее. Опа. Какой большой гриб. И чистый, смотрите, ни одной дырочки. Прекрасно. Ух ты, какой красавчик. Ух ты, какой грибочек. Да, подосиновики еще растут. Хотя вот белые грибы заметно снизили свой рост, их меньше, чем, например, 2 недели назад. Тогда собирал тоже в этой лесополосе грибы, собрал целую корзину. Там были почти одни белые грибы. А сейчас вот из нормальных крепеньких грибочков белых нашел только один сегодня. Хотя уже почти всю лесополосу прошел. Смотрите, какой еще белый большой. Но у него тоже ножка мягкая, прям прожимается. Я чувствую, что он очень червивый и даже на сушку не подойдет. Так, какой грибочек. Беленький. Возьмем. Да, он червивый, но думаю, на сушку пойдет. Не такой уж он и сильно там червивый. Шел я уже по дороге к своему велосипеду, чтобы домой ехать. И наткнулся вроде на беленький гриб. Да, но он тоже, к сожалению, уже перерос. Видите, как ножка сжимается. Там внутри пустота как будто. Поэтому пусть уже доживает свое. Да, из белых грибов в основном попадаются старые, которые выросли неделю назад и уже состарились. Вот такая вот у нас сегодня тихая охота получилась. Собрал немного грибов. В основном попадались подосиновики. Белые грибы уже понемногу заканчивается сезон белых грибов. Но у нас открылся сезон других грибов. Зеленок и подзеленок. И наверняка мы вот с вами скоро съездим в лес за этими грибами и будем их собирать. А на сегодня пока все. Всем до новых встреч!